Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает меры поддержки пострадавших отраслей и организаций в связи с эпидемиологической ситуацией. Так продолжает действовать возможность предоставления налоговых льгот по продаже в местные бюджеты, по арендной плате за земельные участки, разрешение на продажу лекарств без рецепта в интернете и мораторий на увеличение базовой арендной платы. Перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по срочкам нескольких кварталов прошлого года на первое полугодие 2021 года. Запланировано предоставление новых отсрочек в первом полугодии этого года. Также в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных воздействию ситуации в связи с пандемией, вошла деятельность по показу кинофильмов. Кроме того, дополнительные права получили наниматели.